Твери прошло заседание экспертного совета по межнациональным отношениям при администрации областного центра. В ходе разговора был высказан ряд предложений по дальнейшему укреплению взаимопонимания между представителями всех диаспор. В разговоре приняли участие представители органов власти, полиции, а также самих диаспор – татаро-башкирской, карельской, армянской и многих других, представляющих народы, проживающие на территории Тверской области. Здесь лучшие и наиболее уважаемые представители тех диаспор, да, национальностей, которые проживают в Тверской области многие годы в труде, взаимодействии и дружбе. В ходе разговора стороны согласились с тем, что межнациональное общение в Верхней Волжье находится на хорошем уровне. Представители всех диаспор живут и работают в обстановке дружбы и взаимопонимания. При этом изредка возникающие конфликты удается оперативно разрешать, во многом благодаря старейшим представителям диаспор. И каждый раз мы выходили достойно. Когда слушали старших, внимательно относились, не жалели время для работы с младшими, они у нас более горячие иногда бывают, но потом как вот все становилось на свои места. Во время встречи был высказан целый ряд идей по дальнейшему улучшению межнациональных взаимоотношений. Участники совещания отметили, что, несмотря на отсутствие проблем, дополнительные меры никогда не будут лишними.